Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан расследовано уголовное дело по факту хищения путем мошенничества в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено 5 сентября 2016 года по заявлению учредителя организации, осуществлявшей продажу билетов на междугородние рейсы автовокзала Набережных Челнов. В ходе следствия установлено, что директор фирмы, 48-летний житель Автограда, без одобрения учредителя вывел из активов организации 67 пассажирских автобусов. Будучи также владельцем фирмы, осуществляющей транспортные услуги в виде пассажирских перевозок, он в феврале 2014 года оформил договор купли-продажи, согласно которому организация, где обвиняемый занимал пост директора, якобы продала транспортные средства рыночной стоимостью в 32,5 миллиона, его собственной фирме всего за 7,5 миллионов рублей. Однако, как установило следствие, и эта сумма так и не поступила на счет фирмы-продавца. Имея на руках данные документы, обвиняемый переоформил автотехнику на собственную фирму, после чего перепродал ее третьим лицам. В ходе расследования причинный ущерб был возмещен полностью. 56 автобусов, находившихся в эксплуатации на территории нескольких районов Татарстана, возвращены законному владельцу. На остальные 11 машин, проданных за пределы республики, наложен арест. Также в целях возмещения причиненного ущерба наложен арест и на имущество обвиняемого. В частности, на 3 земельных участка и 2 жилых дома общей стоимостью 14 миллионов рублей. В настоящее время предварительное следствие окончено, все материалы переданы в Набережно-Челнинский городской суд. Не захочу. Продление же. Какую там карточку нужно? Тройку? Один, два. Ну, а одна, в одну уже экземпляр делать. Здравствуйте. У меня сейчас в 3 часа будет заслушивание. По какому это? По квартире. У нас только 217 началось. А, только началось, да? А на сколько еще будет читать, не знаю. Ну да, 12 часов дома читать. Так-то все готово там? Хорошо. И написано, и прочитано там. Мало ли. Правильно, у тебя какая? Сберсоюз. Ага.
Слава богу, до следующего юбилея еще далеко. Очередную книжку. Ну, это нормально. Постановится в понедельничек позвоню. Еще пока нельзя проходить. Сейчас. Из Питера. Из Питера, да. Твиттер ответил. С этим, с ист. Мне уже кажется, что это было давно. Там про аэропорт Сухуми, да? Или вы не? Нет, мы до Адлера. На всякий случай, но его самое ближайшее тут же передали логистику Татьяне. Да. Mm-hmm.